Очень много красивых, стильных и полезных вещей можно сделать при желании своими руками. Хендмейд не выходит из моды. К примеру, украшения. Они будут уникальными и отлично дополнят повседневный образ. Уверена, героини нашего следующего сюжета обязательно вдохновят вас на творчество. О том, как сделать колечко из глины, смотрите прямо сейчас. Мне подарили значок деревянный, он стал такой очень потасканный, краска облезла. Я просто подумала, что у меня есть возможность вырезать самой изделие из дерева, почему бы этим не заняться. И потом у меня уже знакомые начали узнавать, где я взяла, где купила. Постепенно маленькие заказы стала получать. Потом уже переходила к более сложным. Те же портреты, либо художественные произведения. Я беру и автопортреты художников. Сначала я как бы определяюсь с тем, что я хочу сделать. Потом в программке я рисую там. Потом все это закидываю в лазерный станок. Он автоматически все вырезает. И затем я уже самое сложное расписываю все вручную. Большая волна хакусая тоже пользуется популярностью. Ван Гог, конечно же. Керамикой я начала обучение примерно 5 лет назад, а как свой личный бренд основала это 2,5 года назад. Начинала просто с технических каких-то вещей, с основ, кружки, формы. Потом уже вышла в какие-то маленькие вещи, свои собственные, колечки. Чтобы сделать кольцо, раскатать глину, раскатываю ее 2 мм, примеряю размер на свой палец и скрепляю на засечке. Потом изделие должно высохнуть, ставим изделие в печку, обжиг происходит 8 часов. Потом изделие достаем, покрываем глазурью и еще раз запекаем. Долгий процесс. Вязаные украшения – это такой эконом-вариант выглядеть эксклюзивно. В целом процесс изготовления не занимает много времени и не требует особых навыков. Достаточно уметь вязать лицевые и изнаночные петли. Эти браслеты сделаны на деревянной основе. После было связано обрамление, которое закреплено на браслетах, посажено на основу. Сочетать можно со всем, чем угодно. Эти вещи могут быть как дополнением вашего гардероба. Идеи для вязания, они берутся совершенно из разных мест. То есть можно что-то идти по улице, увидеть что-то, и отсюда родится какая-то идея. Можно залезть в интернет, увидеть повязку, сделать из нее браслет.